Первый раунд. Готовится к продолжению поединка Микайлов Хаджимурат, город Белгород. Он 1996 года рождения, кандидат мастера спорта. Боксом занимается 6 лет. Он является призером Кубка Никифорова и финалистом чемпионата ЦС «Локомотив» 2015 года в городе Тула. Красный угол, Микайлов Хаджимурат, город Белгород. Секунданты за ринг. Второй раунд. Больше дела, Влад, больше. Thank you.
Все, Влад, не что. Правый, левый, скопу. Не жди, Влад. Да, да, да. Левый, скопу, заканчивай. Давай, давай. Здесь, работай. Заходи в угол. Встречай, вот хорошо. Уйди, Влад, не крути. Угла, выходи. К продолжению поединка Куракин Владислав, город Пенза. Он 1994 года рождения, кандидат мастера спорта, является победителем чемпионата Пензенской области 2016 года. За время занятий боксом провел 80 боев, 60 одержал победу. Синий угол, Куракин Владислав, город Пенза. Секундант Зарин. Третий раунд. Хорошо. Как и дело, Влад. Я взял его сына в университете.
на бюджете, когда уже все было, все, даже документы можно было, все, 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 Приготовится 21-й паре, весовая категория до 75 килограмм. Коптяков Максим, город Севастополь, Куликов Владислав. Донецкая Народная Республика. Судейская бригада 21-й пары. Рефери Корчагин, судьи Османов, Романенко, Месен. Температура еще Михайловича, все все знают. Температура вот так вот держит, рок у него все норм держит. Я понял. Ни боксовый, то ничего. Но бюджет я его поставил. Учиться. Тем более даже пришлось. А в этом бою единогласно решение судей победу одержал боксер из Красного Угла Михаил Хаджимурат, Белгородская область.